Бу! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале NoClown, и сегодня у нас будет обзор на бюджетный микрофон Fifine K688. Сразу хочу предупредить, что звук пишется на этот микрофон и без каких-либо настроек. Если ты стримишь или записываешь видео, работая через OBS, но не знаешь, как настроить данный микрофон для более профессионального звучания, то напиши об этом в комментариях, и я выложу отдельный ролик с настройкой данного микрофона в OBS. Сразу хочу отметить аккуратную сборку, а сами материалы внутри не имеют запахов. У самого микрофона строгий и минималистичный дизайн. Напоминает седьмой Шур. Визуально выглядит отлично. На самом микрофоне располагается сенсорный индикатор включения и выключения. Внизу микрофона удобно расположились фейдеры. Первый фейдер, значок микрофона, отвечает за усиление сигнала микрофона, то есть громкости голоса. Второй фейдер, значок наушников, отвечает за громкость на выходе звуковой карты внутри микрофона. Рядом расположился разъем микроджек для подключения наушников или аудиосистемы. Он позволяет выводить звук с вашего компьютера. USB разъем поможет подключить микрофон к компьютеру, и он будет работать как полноценный USB микрофон. Для подключения потребуется кабель, он также есть в комплекте. Его длина составляет 2.5 метра. XLR вход служит для подключения микрофона к аналоговым источникам, звуковая карта или предусилитель. Также микрофон оснащен съемным поп-фильтром. Под ветрозащитой микрофона находится металлический гриль. Он закрывает капсюль микрофона. Падение или физический контакт капсюлю не страшны. Ветрозащита выполнена из пенного материала. Тактильно она мягкая, без запаха. Свою функцию как поп-фильтр выполняет хорошо. Корпус микрофона из пластика, но достаточно хорошего. Цветовая гамма материалов сочетается гармонично. Крепление происходит к металлическому кольцу с помощью резинок, которые выполняют роль подвеса. Вся конструкция установлена на пластиковый держатель со сменным градусом наклона, а он устанавливается на стойку или пантограф. В комплекте идет переходник для большинства стоек и пантографов, что встречаются на рынке. Материалы качественные, детали не скрипят, конструкция собрана надежно. При подключении микрофона загорится зеленый индикатор, который обозначает, что микрофон подключен и готов к работе. Индикатор сенсорный. При нажатии микрофон выключается, и индикатор меняет цвет на красный. Подключение микрофона проходит по USB проводу, который шел в комплекте. Конечно, разница между USB подключением и подключением по XLR кабелю есть, но для начинающих пользователей оно не должно быть приоритетом. Микрофон звучит хорошо, так как он динамический. Мне понравилось, что он минимально захватывает посторонние шумы, концентрируясь на вашем голосе. Усиления микрофона хватает, даже люди с тихим голосом будут чувствовать себя комфортно. Большим удивлением для меня стало, что микрофон с минимальным количеством собственных шумов. Они есть, но на качество записи не влияют. Пожалуй, единственный минус – это то, что в комплекте нет никакой подставки для данного микрофона. Учитывайте это при покупке. Я вел эфиры на этом микрофоне целую неделю и могу сказать, что я остался очень доволен. Вывод таков. Микрофон достоин вашего внимания. Сборка, внешний вид, минимальное количество настроек и, конечно, звучание. А возможность подключения по USB или XLR дает гибкость в использовании. Вишенкой на торте является его цена. Узнать актуальную цену или приобрести его можно по ссылочке в комментариях. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, если у вас остались какие-либо вопросы. А с вами был NoClown. Приходите на стримы. Всем пока.